День сегодня солнечный. Добро пожаловать в мир вампиров. О, мне здесь нравится. Ты должен его сожрать. Быстренько его цап за шейку. Что все будет? Стойте, вы, наверное, снимаете тут что-то про вампиров. Блин, а что-то вас не видно. Что-то с камеры на... Здравствуйте, проходите. Всегда хотела встретить настоящего вампира. Тихо. Сергей, летучая мышь. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Хотел немножко прогуляться и заблудился. Как-то стрёмно. Меня опять подбил. Что за дневные приключения? Зубы один, ты же знаешь, что у нас аллергия на солнце. О, смотри, вон тот вроде ничего. День сегодня солнечный. Ставьте лайк, туповат. Сам с собой разговариваю. Осторожно. Поезда какие-то. Вы что, мужики? Меня зовут Владислав Булмакула. И я вампир. И мы снимаем ролик к моему дню рождения. Что, не будем вас есть? Ну что такие серьезные? В этой комнате я собрал портреты своих друзей. Ну а это я молодой, мне здесь 22 года. Я граф Кобяков, лучший друг Владислава. Все зафиксировано. И королем. Что он вам наплел? Князем он был. Князем. Сказочник настоящий. Точно нравится? Да. О, как я, нормально, да? Вампирская жизнь надоедает. Приходится все макать в кровь. Ой. Крови мало добавил. Эти гробы. Спим мы, кстати, в них. Неудобно им спать. В кровать не получается. Не могу уснуть. Быть вампиром непросто. Нажали, а зачем? А? На красную, да? Под роликом которая? И типа она серой станет? Так не работает всегда красная. Так, у вас под роликом есть красная кнопочка. Но я-то не знаю. Вы нажмите, проверьте. Без подписки будут слышны твои визги. Ну что, нормально? Не думал, что это ваша подписка такая важная вещь. А не на котенок. Мы должны нести ответственность. Возиться с ним. Надо на тебе. А? Голова! Иди, объясни ребенка в замке! Добро пожаловать в мир вампиров! Какие вампиры? Вы чего? Вампиров не существует! Болит и пить почему-то хочется. Ну это нормально. Коктейльчик. Это что, кровь? Ага, деликатес. Как вкусно! А это круто! Теперь девчонкам нравится буду! Нет! Будем их заманивать, а потом пить их кровь! Я вампир! Зацените клыки! Грязы! Лучший вампир-рэпер на районе! Теперь умею летать или читать мысли! А за преимуществ? Ну да, кстати, бессмертие! Чеснока? Не, ну смотри, везде есть! Как можно превращаться в летучих мышей? Классная тема! Алло! На Кобякова внимания не обращаю, он еще не научится. Чё как ты? Я расскажу, ладно. Не отражается в зеркале. Да, это правда. Приходится Кобякову доверять свою прическу. Готово! Ого! Как-то смертные называют. О, лайфхак, картину со мной. Не, ну посмотрите, какой молодой. Теперь на нем примеряю свою одежду. Так, это уже получше, но не на сегодняшний вариант. О, давай, погнали! Раз, два, три! Я и секунды продержать не могу. Теперь в вашей банде. Тебя как зовут? Нет, ты пока что в его банде. Не, ну подожди, ты хотя бы 100 лет проживи. Так а ну быстро в дом! И свое бессмертие себе назад! Вы прикиньте, с собакой погулять! Ладно, собаки нет. Футбол на пляже, так это я уже вообще молчу. Блин, да я уж год на улице проведу, чем вечность. Приносит свежести в наш дом. Давай, поехал, поехал. Ты. Сам. Получается! Красава! Вот увидите, от него будет столько проблем. Спиннеры не показывал. Интересно. Нажимаешь играть и рубишься против других соперников. О, прикольно. Пау. Только я попробую. Блин, второе место. Он что, вампир? Походу, да. Так. Нормально, дед, получается. О, морс популярный. Так, это, дай поиграть, старый. Играй. Как тут пахнет. О, мне здесь нравится. О, стол. Какой стол? Он что, писает на наш стол? Это что за... Ах ты, жук навозник. Идеально. Улитку нашел. Да, ты должен его сожрать. Чё-то как-то... Как воробей. Быстренько его цап за шейку и все. Тоже как вариант. Вместе его здесь распилим. Не подумал. Сейчас все будет. Четыре сюда. Или тут где-то. Не надо, аккуратней. Напугаешь его, он горчить начнет. Делаете? Вам чем-то помочь? Говорю, помочь чем? Здравствуйте, вот заплутал Серега. Мне в целом места много не надо. Погреемся и накормим вас. У вас так красиво. Слушайте, если вам, может, какая-то помощь нужна, я только за. И хип-хоп, и стихи читал. Да мы опасные.
Вау! Пожалуй, поставлю чайник. Я люблю ягодный, желательно. А где у вас тут туалет? По коридору и налево. Спасибо. Попробуем. Доказывай. За твои деньги. Я гость. Хипсбургер. А? С двойной кровью можно? И 0,5. Серега меня бесит. Жалко, что Глент не справился. Дали заднюю. Да ладно, не ссорьтесь. Пускай погуляет. Нормальный план. Но вы заметили, что от него воняет? Видно, Владислав состоит в обществе любителей истории. Стойте, вы, наверное, снимаете тут что-то про вампиров? Можно и... Вампиры боятся чеснока и кола. Но не отражается в зеркалах. Да, слышали. И вы тоже знаете какие-то факты про вампиров? Пишите в комментариях. Блин, давайте пофоткаемся, у вас такие образы классные. Все, хватит. А еще давайте селфи бахнем. Блин, а что-то вас не видно. Что-то с камеры, наверное. Ой, тихо. Слышь, Сережка, иди, открой. Такие места меня еще не заносило. Ну, места не близкие. Пожалуйста. Ровно, до свидания. Ой-ой-ой. Закрой, закрой. Аллерген. Что-то молодое, лет 20. Балдеж. Тю, здравствуйте. Конечно, разрешаем, конечно. Проходите. Проверочкой заглянул. Не могу понять. Познакомьтесь, это наш новенький. И Сережа. А это что за тип? Да вампириус, повелитель всякой нечисти. А, ну, здрасте. Тю-тю-тю, это наш новенький какие-то. А это кто? Это ваша новая еда? И актеры у вас просто отличные. Ой, что это? Сообщение о нарушении вампирского кодекса. Нарушение тайны вампира. Крови и так далее. И так далее. Я буду проверять вас в течение дня. Попадос. Точнее не скажешь. С оборотнями. Знаем, знаем, не было никого. Если я узнаю. Какие оборотни? Я их вообще вживую 200 лет уже не видел. Чаёк попьём. С кровью обязательно. Мужики. Так, так, что тут у нас? Это я, на самом деле, ну... Не надо, правда. Не будем здесь чаёвничать, посмотрим, что еще тут у вас. Ну тут-то все точно хорошо. Пятненько. Осторожно. Проверки дома. Испытание провален. Воняет псиной. Если смертные придут, вопросы? Нету. Следующее испытание. Пол-литра крови за 30 секунд. Господин Бумакова. Слушаюсь. Отправьте этот ваш. Сережа! Надь. Время почти вышло. Вышло. Я разочарован. Ну, конечно. Приберитесь тут. Туда, пройдемте. Ну, проходите, здесь у нас гостевой гроб. О, замочек. Ну, появиться ровно в мой день рождения. Так, Катрин, давай проверим, все ли ты взяла. На месте. Арбалет забыла. Да как так? Взял. Катрин, по-моему, доставщик говорил именно про этот дом. Класс, всегда хотела встретить настоящего вампира. Ничего, собрался. На вечеринку? Да. Пока ничего не готово, вы пока проходите вот сюда. Вот сюда. Да так, школьные друзья. О, ладно, так и не скажешь. Здрасте. Извините. Петр, давай дадим ему чеснок. Вампирам от него сразу плохо. А для тебя есть небольшой подарок. О, подарки я люблю. Да, этого не забуду. Не, ну это, конечно, не белка, но... А знаете, чеснок не очень люблю, но как подарок буду хранить. Ой, хороша. Святая вода не сработала. Цвети его. Сергей, летучая мышь. А это ж мои школьные друзья уже давно не здесь. Вечеринка, ошиблись просто. Мы пойдем, а то опоздаем. Никакие они не вампиры. Да, опять чуть не облажали. Да и ребята приятные. Ладно, пошли домой назад. И мы решили устроить ему праздник. Посмотрите, как особняк украсили. Осталось только приготовить ужин. Сейчас так. Наливаем кровяку. Не жалеем. Чем занимаешься? Не видишь, что ли? Готовлю. Стейка. И можно прям так есть. Слушай, верный друг. Как же он задолбал. О, а это что? Интересненько. Тут написано не трогать, потому что для праздника лежали. Мариус де Вампириус, просыпайтесь. Ужин готов. Я, кстати, сегодня праздник. Мне сегодня 666 лет. Да. Ну что ж, пройдем? Да. Рождение. Что задумался, серебряные приборы? Увидел только 150 лет назад. Это очень плохо. Смотри. О, какая крутая штука. Это поп-ит. В каком языке говоришь? Старорумынский? Ой. Что вам больше нравится, поп-ит или симпл-димпл? Какая-то фигня, честно. Мне не понравилось. Ой. Давненько я не тряс своими костяшками. Да. Молодежь служит! Скажите, мы еще долго будем наблюдать? А, съесть, я как раз таки голодный. Согласен. Игра какая-то. Я готов играть. Куда ты брёз?
Ну вот и повал. Сожрёт. Псиной воняет. Это же оборотень. У вас дома? Ну вы же просто не понимаете. Так у тебя и хвост есть. Прикольно. Но вы становитесь людьми. Не надо! Чтобы посмотреть на себя. Нормально. Так это, а что теперь делать будем? Может, нас на работку возьмете, мы там сниматься будем. Продакшн? Берете, да? А? Прощаться? Ну это, пока.